Всем приветики. Я спросить хотел тем, кто вот заходит на разные каналы, смотрит разные видео. Лично вам есть ли разница в том, качественное видео или не очень? Качественный звук или не очень? Мне вот просто интересно. Так что вы напишите, как вы вообще, как для вас, что это значит. Важно или не очень. На этом все. Всем пока.